Всем привет! Вы на канале Ольга Захарова. Возможно, я переименую когда-нибудь канал, ну, когда у меня будет много просмотров. И сегодня я буду играть на пианино. Сейчас. Вот, значит, все мое пианино. Вот. Еще есть разные такие штучки, дрючки, штучки-дрючки. И сегодня мы будем с вами разучивать какую-нибудь мелодию. Сейчас. У меня тут есть некоторые нотки, вот, например, минуэт королевы. Еще какие? Это точно не будем. Этюд. Вот. Давайте попробуем пока только одну руку. Я просто первый раз снимаю видео с собой. То есть вы меня видите. Поэтому мне немного странновато. У меня мало просмотров. Вообще ноль подписчиков. Прошу, пожалуйста, подписывайтесь. Ой, нафиг не было. Так, хорошо. Вот. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Отлично. Вот. Потом. Не, ну я не могу, когда держу телефон. Поэтому давайте я сейчас сыграю двумя руками. Если кто из вас есть музыкант, и если у меня что-то не так, простите, пожалуйста, я всего-то в четвертом классе. Вообще, я не знаю, понравится вам это видео, нет. Я просто первый раз снимаю видео со своей личностью. Мне, между прочим, 9 лет. Вот. Я уже хорошо знаю эту пьесу, но не прям идеально хорошо. Я еще пока учусь и учусь, и еще раз учусь. Так ладно. Квадрат! Встань от меня! У меня вот этот вот квадрат напал. Так ладно. Теперь никуда на меня не пропадает. Так, хорошо. Опять он за мной следит. Так. Ну тогда... Ой, мне что-то это волнительно. Ладно. Хорошо. Я прям не старалась. Сейчас максимально постараюсь. Сыграю вам без ошибок. Хорошо, договорились. А вы за это поставите лайк. Я слежу. Слежу. Ладно, хорошо. Если это вообще кто-нибудь посмотрит. Ладно. Thank you.
вы строго-то не оцениваете. В общем, это было песня К. Гурлит. Вот. Есть еще другие песни, но я их не так хорошо знаю, как идут. Ну вот, значит, всем пока-пока. Всем удачного дня, вечера или, может, утра. Всем пока-пока. У меня нет. Ладно, всем пока-пока.